Всем привет! Мы продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити. Нашли в музее пингвина и нужно спасти мистера Фриза. Поехали дальше. Куда идем? Вот здесь нужен мне управляемый бетаранг, чтобы отключить, наверное, да, электричество. Ладно, давай просто попробуем сейчас пройти прямо, а там посмотрим. Угу. Тоже никак. И здесь никак. Так, что у нас по гаджетам есть? Бетаранг. Управляемый. Вот его возьмем. Давай. Вот как обычно, он очень плохо управляется. Вот эта вот инверсия. Так, я его зарядил. А куда он должен полететь-то, мне скажите? Это все, конечно, весело. А, вот он должен по кругу все облететь и нажать вот на эту кнопку. Да. Ладно. Что-то далековато, по-моему, лететь. Так, ну вроде получается. Есть. Все? Только один проход? Что-то не густо. Ладно. Побежали туда. Карта у нас где? Ай, ладно. Да, здесь еще что-нибудь откроем. Это у нас нужен секвенсор. Чик. Ломаем устройство. Ну, пароль-то несложный, юрский. Что мне это даст? Угу. Через крышу, да, и потом зарядить электричеством. А еще что есть тут? Напрочь забыл управление уже. Ладно, короче, мне сюда. Сейчас мы это дело зарядим. Вот этим вот зарядом. Подожди. Как это работает? О. И наверх. Отлично. А что, недостаточно наверх? А, здесь еще надо мне гель положить. Чик. На всякий случай два. Как ему глаза-то по ним не повыбивало. Хорошо, дальше. Ну тут еще раз надо будет гелем пользоваться. Где у нас тут управление? Вот. Что там? Здесь что? Секретик. Ну-ка давай-ка мы вот того самого бэткогтем зацепим. Тащим. Оп, моё. Иди сюда. Баста. Так, и теперь взрывчатый гель, да. А что ж такое?
Как он взрывается? Отлично. А и получается, я, короче, оказался наверху, то же самое. Тогда давай вниз сюда спустимся. Где у нас электричество было? Вот это что такое? Такое ощущение, что этот пингвин тут вообще неспроста. Нет. Может, он очки какие-то дает, я не знаю. А вдруг? Здесь все открыто. Чтобы больше делать нечего. Вон там еще пингвин сидит. Но нет, нет, тут зацепляться даже нечем. Ладно, просто давай вот сюда зайдем. Пыточная камера. Окей. Три противника обнаружено. Ну, это дело мы взрываем. А этих ребят надо спасти, что ли, если я правильно понял? Давай сначала взорвем, там посмотрим, что делать. Я бы... О! Руку заморозил. Ах ты, падла. Стой так, чтобы я тебя видел, Бэтмен. Ты не поверишь, как отбивался наш Дедушка Мороз. Но я все равно получил, что хотел, а остальное не важно. А мне такую же пушку дадут? Не двигайся, парень. Все-таки я думаю, у него в глазу вместо монокля стоит... этот... сок от бутылки. Все, заморозило. Когда закончишь, тут жду тебя в Айсберг Лаунж. Не терпится дать тебе очередного пинка. Я скоро приду. Ты ведь любишь мороженое? Ну, естественно. Пожалуйста, помогите мне. А если я встану на этот лед? Вот, кстати, у нас для тети кошки. А я уже забыл, как отмечать. Ну давай попробуем пройтись просто. Просто пройтись. Ага, он ломается. Лед выглядит хрупким. Нужно двигаться медленно, без спешки. Так. Тут прям режим стелса. Тихо, даже не пукни. Бэткоготь. Секретик, естественно. Как же без него-то? Мужик, не ори, сейчас подойду. А что мне с ним делать надо? Нет, не бэткоготь. Спасти, офицер полиции. А, и все, да? Я думал, гаджет какой-то надо умный использовать. Держитесь. Спасибо. Здесь вы в безопасности. Спасибо. Вы из 13-го участка? Где остальные? Там были еще двое. Пингвин их заморозил, потом пошел за мной. Я побежал, и дальше вы видели. Я их найду. Ждите тут, постарайтесь согреться. Одолжу бы ему плащик свой. Чего же нет-то? Так, а лед у нас не зарастает, да, обратно? Я понял. Ладно, аккуратно опять идем. Тихо. Как-то я активно спустился тут. Какая-то подстава, наверное, подо льдом будет. Меня, наверное, какой-то крокодил какой-нибудь съест. Так. Здесь мы не пройдем. А мужики-то где? Вот там один еще. А другой в воде. А, он мертвый. Все, хана ему. Значит, они в другой комнате просто. Здесь просто никого уже больше не осталось.
Вон еще трофей для кошки вижу. Тихо, аккуратнее. Аккуратно себя ведем. Спокойствие. Вот в этом плане очень удобно на стиках играть. Ты контролируешь скорость передвижения. Я же не шумел. А, ну это просто... Прости, Бэтмен, кажется, я забыл рассказать о моем маленьком друге. Это малыш, кто бы мог подумать, что большая рыбина окажется такой полезной. Уж точно не я. Он у меня как мусоровоз. Что не брось внутрь, исчезнет навсегда. И никаких проблем. Ну, ладно. А зачем мне режим детектива? Ну, вижу я плот этот, а что толку-то от него? Мне вообще туда вот надо. Вон там еще три человека. Идем, короче, налево, прямо. Прямо и вот налево. Все. А зачем мне режим детектива-то? И так вижу то, что тут труба. И надо аккуратно двигаться. Тихо. Тихо. Вроде вообще... А, нет. Там, я так понял, надо потом будет зацепиться, да? Потому что, ну, я никаких лестниц не вижу. Куримся. А чё он не зацепляется-то? Эй. Не хотелось бы назад возвращаться. О. Отлично. Так, давай сейчас сначала мужиков этих... Копам под прикрытием нужна моя помощь. Если я брошу их во льду, они погибнут. Ну тут врагов я пока только вижу. Ладно, давай, просто подойдем к ним, побьем их. Что теперь будешь делать? Ну-ка так. Ага. Ну тогда ломаем, ломаем секвенсором, вот это дело. Рептилия. Ну, что теперь скажете? Иди сюда. А этого оглушить надо. Ладно, придется сначала вот этих всех убить. В смысле, побить. Вот, а теперь его глушим плащом. Ближе только надо это делать. Бум. Все, вынесли. Только трое, больше никого. Как хотите. Копам под прикрытием нужна моя помощь. Если я брошу их во льду, они погибнут. Я что, не туда пришел? Ну вы даете. А я с полной уверенностью, значит, шагал сюда. Подожди, если я сейчас упаду на лед, то он просто сломается. И здесь и зацепиться-то особо некуда. Ладно, пробуем. Все, съела акула меня. Откуда начнем? Только не говорите с самого начала. Кто-нибудь срежьте маску с его рожей и не церемоньтесь. Интересно, а чё же туда меня не пускает? Я думал, вот где у нас написано. Вот здесь сидит пингвин.
А туда пока надо, чтобы спасти людей. Странно. Ну-ка, чик. А давай, в принципе, попробуем. Сейчас на плоту сплаваем вот сюда. Может быть, этого пацана надо спасти замороженного прям? Вдруг они еще живы? Да, действительно. Но тот, кто в воде, наверное, все уже. Определенно покойник. Я здесь, сюда. Так, подожди, ты не ори, сейчас все будет. Я для начала вот сюда сбегаю. Он опять ругается то, что нельзя их бросать. Но тут кое-какие секретики есть. Сюда придется, наверное, ну, не то чтобы прям придется, но надо будет еще раз подойти. Ой, как там она? Разбегаешься и... Я забыл, как подкат делать. Смотрим управление. Все забыл напрочь. Двойное нажатие уклонения. Быстрый. Тут. Ага. Все. Помнил. 2 недели в нее достаточно было не поиграть. Просто напросто забыл управление. Так, но тут батаранги надо швырять. И все? Я думал, надо было достаточно в одного попасть и все. Так, и в ту дверь мне тоже, да, не дадут зайти? Так, давай, пока миссия не прорвалась. За этих пингвинов ничего не дают вообще. Чем я их бью? А нет, 50 очков опыт. За целого пингвина. Кошмар какой. Так, у нас тут больше ничего нету. Значит, потыкали, короче говоря. Следующее. Так, может, не ори, сейчас все будет. Мне сюда, для начала. Тянем, потянем. Ближе к нему. Оп. Оп. Все. Достаточно. Я думаю, мой плот уже по инерции должен был отплыть от меня. Из-под ног прям. Так холодно. Откуда у пингвина такое оружие? Украл мистера Фриза. Я его верну. Мы прям как вдвоем на Титанике. Ладно, мне сюда, по сути. Ну-ка, проверим. Раз, два, три. Все, 3 полицейских. Спасены. Тогда давай. Остальных ребят жалко, да. Все, они заморожены. Чертовой матери. Все, погнали. Сейчас мы пингвину чуть-чуть намандрючим, обьем его чуть-чуть и это как отдадим оружие мистеру Фризу. Но и с мистером Фризом мы потом тоже будем как-то драться. Привет, Бэтмен, я знаю, что это ты. Что такое? Отрастил наконец яйца и осмелился явиться?
Что ж, удачи. Он сразу же начнет с меня стрелять. Ой-ой-ой. Позиция пингвина слишком недосягаема. Я должен найти способ отключить оружие. Может, его создатель его знает. Это мне имеется в виду то, что я чуть позже должен к нему подойти или что? Создатель его знает. Это бесполезно. Оружие слишком мощное. Единственный, кто знает его слабое место, это Фриз. Так, а Фриза, так как мне найти? Я что-то не совсем понимаю, а мне сейчас Фриза надо найти. Такое ощущение, что у меня цель изменилась. Ничего не понимаю. К спасению этих полицейских не пускают. Он ругаться начинает. К этому тоже не подойти. Давай, короче, я побегусь, попробую. Нет, это не так работает. Где мне Фриза теперь искать? Да отвали, блядь. Фриза. Ладно, давай вернемся, попробуем спасти. Вот тех троих. Или вот сюда. Короче, что бы он сейчас ни говорил. Я попробую сходить вот сюда. Если они прям скажут то, что все. Ну, как бы, ты дальше ты не пройдешь. Тогда выходим просто из этого музея. И будем искать уже в городе мистера Фриза. Тут какой-то странный подвох. Давай сюда зайдем. У них тепловизоры, с их помощью они легко заметят меня даже в темноте. А может быть, не волнуйтесь, мистер Колбопот, у нас все схвачено, костюм Фриза в ящике, я вижу его. Так. У них есть костюм мистера Фриза. Ну, значит, сначала мы сначала их устраним, а там посмотрим. И заодно трех заложников спасем. Дальше видно будет. А костюм вот он, походу, с кнопкой. Пингвин хочет, чтобы мы взяли Бэтмена живым. Он дает полтинник сверху. Короче, понятно. А где еще? Опа, ну-ка. Блин, этого не зацепить никак. Давай-ка мы его... Где-то его подождать надо. Сложно. А может в наглую просто спуститься, да дать им в рыло обоим? А вот этого побьем. Хрясь.
Ой, шухера, сколько я тут натворил. Ладно, они хоть поживее будут перемещаться. А чё они теперь по двое уходят теперь, да? Печально. Ладно, хоть я их расшевелил немножко. Ну-ка, вот этот. Ну давай, попробуем. Оп, и добили. Наверх, наверх сразу же. Блин, жизни мало. Ну ладно. Трое осталось. Не очень-то тут удобно горгульи эти расположены. Ну давай вот так вот этого. Трусь. Трое теперь осталось. Да, пожалуй. Сама ночь просто. Надо их разделить как-то. Нет, вызовите взявшего заложника. Короче, если меня заметят, то он убьет заложника. Печально. Давай ты от него отойдешь, а? Может, какой гаджет? I don't want to do it. I really don't. But I will. I'll put a bullet in this one's head. I mean it. Подожди. Разделились. Ну-ка, давай, дяденька. Дяденька, иди-ка сюда. Ну, вот так вот. Попробуй. Так, он почему-то его не убивает, это хорошо. Никак. И как бы его тут... Как-то его схватить надо. Давай мы обойдем, наверное, его вот типа того. Обойдем со спины. Крадучись. Ну-ка, успею. Отлично. Задавил телтенка. Так, трое этих ребят спасены. Новый уровень. Дальность, может быть. Обезоружить Бэткогтя. А почему бы нет? Будем у них пухи выдирать. Че он говорит, сюда подойди. Че надо? Ну, только что же было. Поговорить. Ну давай поговорим. I saw
Я видел, как ты зачистил эту комнату. Отлично сработано. Я Том, Том Миллер. Ты штурмовой группы Гордона. Я видел твое дело. Да? Ну, это то бишь, да, сэр. Кобблпот превратил это место в крепость. Кто-то нас предал. Нас схватили, притащили сюда. Теперь вы в безопасности. Осталось найти только двоих. Варели в айсберг Паунж. Кобблпот таскал нас туда. Нас там избивали. No sign of Freeze, just his suit. He can't survive without it. I need to find him before it's too late. Немножко опередил события, получается. Может и нет. Я не знаю. Потерялся. Будем считать, что это засчитает. Мне придется заново эту комнату чистить. Давай в целом с музея выйдем. Скорее всего, надо... А, можно быстро перемещаться. Оп, хе-хе-хе. Я успел. Так, давай полностью выйдем. Полностью выйдем с музея, поищем этого мистера Фриза где-то в городе. Реально непонятно, что они от меня хотят. Я должен найти всех пропавших офицеров полиции. Зашибись. А где их искать тогда? Так мне тогда все-таки к пингвину. Дичь какая-то. Мне же к нему не подойти. Очень странно. Только лифт и все. Хотел тут забираться. Но я ему, наверное, пробовал, когда колючая помешала. Ну-ка, прокатит это еще раз, если я быстро прям пойду. Да, это вполне можно сделать. Так, туда же меня не пустят, правильно? Yeah, screw you.
аккуратно. Может, что-то должно произойти, чтобы я смог к нему ближе подойти. Попробуем побегать пока вокруг него. Да, я вернулся за добавкой, что делать? Больше проходов я тут не вижу. Я должен найти Фриза. Так он не может найти Фриза, потому что он не может спасти заложников. Надо как бы сначала с заложниками разобраться. Но последние два, это вот они. Это падла прям ждет, стоит меня. Да не даст он мне подойти. Создатель его знает. Что делать-то с ним? Побочное задание. Кому нужен костюм Бэтмена, слегка поношенный, кровь оттирается, обещаю. Поищите в музее способ отключить ледяную пушку. Костюм он не берет. Так делай-то что с ним? Давай попробуем в другую комнату зайти. По-любому же ответ очевиден. Я пока не понимаю просто. Я не понимаю, что от меня хотят. Попробуй туда сходить, что делать. Он из костюма что-то должен вытащить. Это то же самое. Это ломаем. Так, теперь он заходит сюда. Короче, он сюда не хотел идти, потому что я не поймал, не этот, не спас трех заложников там, по дороге. Вот в чем забава-то была. А вот и мистер Фриз. Подойдем просто к нему. В представлении никто не нуждается.
Знаменитый ученый, специалист по криогенной заморозке, почти теряет рассудок, пытаясь помочь несчастной жене. Или старик, пойманный мной и выложенный на гриль. Он не может использовать его. Странно. Но давай здесь грохнем. Хоть какое-то развитие сюжета. Значит, иду правильно. Сначала мелких. Тихо. Вот так вот. А то он собрался уже швырять меня. Я двоих вырубил. Теперь этого надо оглушить сначала. Все почки ему отбил. И по жопе надавал. Отлично. Так. Ну-ка, а вот сюда, если нажать. Не получается использовать. Он ждет, что девчонка, подружка клоуна, явится сюда. Да, мы с ней неплохо развлечемся, прежде чем я отрежу ей голову. А с какой целью вообще? Я понял. Это нельзя будет взять, пока у меня нет пушки этого мистера Фриза. Давай смотреть. Все, мистер Фриз, ты свободен. Костюмчик я уже ему подготовил. Где оно? Лекарство Джокера. Забудь о клоуне, мне нужен Кабблпот. У него мой костюм, мое оружие. Я убью его за то, что он со мной сделал. Пингвин мой. Сосредоточься на лекарстве, или погибнут невинные люди. Ты не понимаешь, я не могу закончить работу без костюма. Он мне нужен, от него зависит все. Все. У него что, уши слиплись? Прям прилипли к черепу. Ухи. Пингвин защищается при помощи твоей ледяной пушки. Как мне ее обезвредить? Похож на дурака я? С чего ты мне это рассказывать? С того, что иначе я не смогу вернуть тебе костюм. Подумай об этом, Виктор. Ты не очень хорошо выглядишь. Если тебя не станет, то, что произойдет с Норой, не впутай в это мою жену, Бэтмен. Пускай сложившееся положение тебя не обманывает. Мы не друзья. Ну так. Сегодня не тот день, когда стоит на меня давить, Виктор. Хватит. Я встроил ключ в систему безопасности костюма, чтобы никто не смог использовать против меня мое же оружие. Умно. И помогло? Почему бы тебе не воспользоваться этим знанием и не придумать, как самому остановить его? С удовольствием, Виктор. Продолжай думать над лекарством. Я верну тебе твой костюм. А мы можем там еще побегать? Вот, все. Теперь потеряшка нашлась. Мы сейчас идем к пингвину, отключаем его пушку дистанционно. И все. Ну, у меня еще 3 контейнера осталось собрать. Ну, может быть, получится.
Они бы задачи объясняли более очевидно, я бы был так счастлив. Ну, типа того, то, что вот пока... Лед, говорит, начинает таять. Ну, типа, пока ты не спасешь трех мужиков вот в этой комнате, в другие комнаты не зайдешь. Ну и что, что начал таять, подумаешь. Так, нам сюда. Тянем, потянем. А я смогу дотянуться? Отлично. Вроде... А, я троих сначала не спас. Вот в чем ошибка была. Я троих сначала не спас, а потом полез вот в эту комнату. И она не открылась. Ну да. Короче, сам виноват. Мне нужен ключ системы безопасности из костюма Фриза, чтобы отключить ледяную ловушку. Так, подожди, мне теперь костюм прям нужен? Давай к костюму подойдем теперь. Ладно, это дичь, по-моему, плот до по инерции должен доплыть. Вот он, знаменитый костюм мистера Фриза. Увы. Что ты делаешь? Когда я уйду, подожди 10 минут, а потом отнесешь это Фриза. Сейчас он не опасен. Без проблем, Бэтмен. Почему Бэтмен помогает мистеру Фризу? Маленькая флешечка и все. Это все, что мы искали. Деструктор, блок ледяной пушки. Может временно нейтрализовать ледяную пушку, использовать необходимо рядом с целью. А я думал, мне какой-то апгрейд прям дадут. Вот сюда надо идти. Паромщик. Я паромщик. Надо же, дотянулся. Добивание. О! А с акулой мы еще не дрались. Это что-то новенькое. Это так, легкий скример был. Теперь точно нужно к этому туннелю подходить. Something.
Да, еще один пролет, ну. Бэткоготь. А, вот, вот эта штучка. Оп. Деструктор. Блокиратор фриза не сработает на таком расстоянии. А на каком он сработает? А, вот так. Спокойно подходим и бьем его в ружье. Апперкот. Тебе конец, Каблпот. Нет, я виноват. Пожалуйста, не бей меня. Не могу обещать. Я тоже. Я пытался тебе помочь, Бэтмен. Я дал тебе возможность покончить с этим и просто уйти, но нет, тебе нужно быть крутым. А знаешь что? Отсюда ты выглядишь просто ничтожным. Ну да, ну да. Не грусти, у меня для тебя есть маленький сюрприз. Это Соломон Гранди. Ну, DC-шная версия этого Франкенштейна. It's alive! Соломон Гранди, понедельник родился. Во вторник крестился, предуженился. Он еще умственно отсталый, по-моему. Я его нашел здесь, когда купил это место. Очень полезная находка. Он еще и с шариками. Я понял, короче, что делать надо. Оп. Подходим, бьем. Мы теперь хотя бы с ним одного роста. Да ты просто напрашиваешься. Посмотри, сколько вынесет этот чертов уродец. Теперь надо делать то же самое, только эти штуки закрываются периодически. Одежду потерял. Я успел? Вроде, да, одну подорвал. Последняя. Все. Мы теперь с ним опять одного роста. Что ж ты наделал? Ты его убил. Прикончить Гранди. Ну, естественно. Знаешь что? Его на самом деле не убить. Куда он меня тащит? Бороться. Я борюсь.
Что с ним делать-то теперь? А, подожди, подожди. То же самое же надо сделать. Подожди ты, мужик. Я что-то... Тут все в электричестве. Ваша мать, сколько урона. Не попал. Я в наглую подойду. Оп. Теперь ему надо выдрать сердце. Ой, остались только мы с тобой, летучая мышь против птицы. Дотянулся. Это было несложно. Где Cobblepot? Только поглядите, кто это. Мистер Приз. Хватит. Приз, хватит. Конечно. Вы пожалеете о том, что сделали, мистер Cobblepot. Все, он утащит его в свою берлогу. Лекарство, Фриц. Его нет. Что? Наверное, мне стоит объяснить. Создать средство против болезни, поразивших клоуна, было несложно. Увы, лекарство слишком быстро приходит в негодность. Ему не хватает какого-то восстановительного компонента, чего-то вроде обратного энзима. Без него состав распадается быстрее, чем может помочь больному. Я с таким сталкивался. Поиски подходящего энзима не единственная проблема. Его нужно адаптировать, подогнать под человеческую ДНК. Это займет несколько десятилетий, а такого времени у тебя, кажется, нет. А если я скажу, что знаю человека, имеющего дело с таким энзимом на протяжении столетий? Что это за человек? Его зовут Разальгул. Приведи его ко мне. Мне нужен лишь образец его крови. Это единственная твоя надежда. Разальгул мертв. Значит, вы с клоуном обречены. Не совсем. Нужно найти кого-то, кто знает, где тело. Тогда я смогу его разбудить. Кажется, она знает, где тело. Богохульник, ты не достоин того, чтобы произносить имя великого Разальгула. Прыг-скок. Ты глуп, Бэтмен. Ты упустил единственную надежду. Нет, Виктор. Если Разальгул в Архам Сити, я найду его по этому следу. Я знаю даже следующее задание. Сканер улик. Мы сейчас будем идти по следам крови. Оракул, план изменился. Я преследую Лигу Убийц. Почему? Как они связаны со всем этим? А, погоди-ка, тут замешаны Раз и его дочь? Пингвин держал одну из убийц в плену в музее. Я узнал символы. Она состоит в элитной гвардии Италии. Так я и знала. И что бы эта женщина способна мгновенно сделать ее самой важной персоной для тебя? Моя цель не Талия, Барбара. Я загрузил незаконченную формулу лекарства Фриза.
Ответ в крови Розальгула. Тебе его нужно найти, держи себя в руках, не дай снова тебе помешать. Да, хорошо. Розальгулы. Понятно, понятно. А где у нас? О. Костюм. Стой ты. Костюм Бэтмена. Вот так. Это что такое? Компенсация теплового следа позволяет вам не попасться противникам с тепловизорами. Пока вы не двигаетесь, вы не перенесетесь на верхнюю точку. Ну понятно. Это хорошее дело. Качаем. Меня с тепловизорами теперь замечать не будут. Идем по следу крови. Ну, нам пока просто, пока банально на выход. Я вижу, вы отправили запрос о Лиге Убийц в бэткомпьютер, сэр, и еще один запрос на оборудование. Не хотите попробовать поиск пошире? Пробовал. Он тяжелый и мешается. Сообщи, когда оборудование прибудет. А сейчас пока мы будем искать. Пока просто идем по следам. Может сюда? След этот показывается только когда я очень близко к нему нахожусь. Ну-ка, подожди, давай вот это дело взломаем. Все равно пока рядом. Это было несложно. Да-да-да-дан, где ее кровь-то теперь искать? Может повыше подняться? Вот она. Так. Все, потерял. Отсюда-то куда? Куда она пошла? Так, где-то третья появилась. Ну, вот они идут по прямой, а потом раз и обрыва. А вон она. Все, вижу. Подожди. Я опять в музей вернулся. Неверно. Отсюда мы идем вот сюда. Потом вот сюда. Потом где-то здесь. Следы эти часто появляются. Но... Блин, из этого ландшафта очень тяжело все это дело найти. Вот вроде сюда. Да, стой ты. Окей. Нашлось вроде. Ну
Да сами вы, Бэтмен, подожди, я тут следы ищу. Если она так истекает кровью, она бы, наверное, уже это... От потери крови должна была бы помереть. Кровавый след прерывается. Единственный способ найти убийцу — отыскать больше улик. Что, еще сканировать надо? Ну давай. Ну я сканировал, что вы? Отвлекают меня. И чё, никого нет? Вот она. Единственный способ найти Нараса — пометить ниндзя маячком. Маяк надо на нее прилепить. Вижу. Догонялки по Готэму. Что может быть милее? Надо подобраться поближе. А сам маячок-то где у меня? Он у меня в гаджетах или где? Я должен его автоматом достать, что ли, каким-то? Ну, в смысле, автоматически. Чик. Маячок на жопку посадили. И ты продолжаешь жить лишь потому, что великий Разальгул допускает это. Отзови его. Я с ней справлюсь. Отставить. Не идите за нами. Ну, хоть Робин появился. Мне не нужна была твоя помощь. Да? А мне показалось наоборот. У меня все было под контролем. Зачем Альфред прислал тебя? Он о тебе беспокоился. Возьми это, проведи анализ и начни проверять больницы и станции скорой помощи. Любой, кому перельют эту кровь, умрет в течение суток. Чья это кровь? Она ведь твоя? Я отнесу это в больницу и вернусь. Тебе пригодится моя помощь. Я справлюсь. Мне ты нужен в Готэме. Все еще может стать хуже. Намного хуже. Ты думаешь, если Стрэндж на самом деле знает, кто ты, то что будет, если он всем расскажет? Поверь мне, я найду решение. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где я. Иди. Новый гаджет. Тросомет. Позволяет быстро перемещаться между двумя горизонтально расположенными точками. Можно использовать повторно во время движения для смены направления, не спускаясь при этом на землю. Хорошо. Маячок есть. Не нравится мне это. Говорят, Бэтмен завалил пингвина. Проследить за убийством с помощью маячка, чтобы выследить. Хорошо. Вот только вопрос, они наверху или под землей? По 62 метра. Я тут за мужика зацепился, извините. Ну-ка, это можно решить как-то?
Подожди. Тройной взрыв, наверное, поможет. Попробуем. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Надеюсь, я все попал. Что надо, я не понимаю. Я взорвал все три. Дай-ка угадаю, был еще четвертый вопрос. Да нет. А, их еще три сверху. Понятно. Ну и ладно. Batman! Это не я. Я не Бэтмен. Отвали. Right. Я лишь Бэтмена-заменитель. Этих просто так побьем. Они мне даже, в принципе, ничего не сделали. Только что же было тут 50 с чем-то метров, почему опять 115? Ощущение, что кто-то опять... Постоянно от меня убегает. Мне сюда? Да мужики, отвалите. Да. Я спускаюсь по земле. Снизу Готэм представляет собой сложные конструкции железа и стали, так что сигнал может потеряться. Будь начеку. Подключай дополнительные спутники. Удачи, Брюс. А зачем тут электричество? Чем он туда лететь, я не понимаю. Чтобы что? Дичь какая-то. Идите нахрен, короче. Упс. О, где-то челюсти тут бегают. За них дают что-нибудь? Да. Так. Вниз лететь, походу, не вариант. Бля. Ну, что делать-то? А. Понятно. Просто идем вперед, короче, не останавливаясь, потому что вот... Некие гаджеты, вечно геморрой какой-то. Где вот эта штука двойная? Вот куда-нибудь сюда ее бахнем. Теперь куда? Просто вниз? Ну давай.
Так, окей. А нам люди Джокера идут по канализации, охотятся за останками банды пингвина. Тут закрыто. Не сюда и направо. Подожди. Это будет не просто темный рыцарь. Что требуется? Это какая-то викторина? Что делать-то надо? Какое число следует за тройкой, когда темный рыцарь облажался? 4. Ответ 2. Чего? Well. So the shaved monkey has failed. How utterly, utterly expected. Там, оказывается, после того, как ты умираешь, тебе пишут подсказку. То, что загадочник устроил эту головоломку так, что пока ты не соберешь все устройства, ты не сможешь решить эту загадку. Твою мать, а сразу не могли об этом сказать? Чтобы я не умирал 8 раз. Окей, я добрался куда-то. Теперь-то куда? А, вот сейчас мы тут взорвем. И доберемся. Взяли еще свет, не выключили. Последний? Нет, вот теперь последний. Я челюсть добил. И теперь. Вот оно что. Я думал, мне вопрос откроют. Нет. Ладно, тут собирать нечего. Но я тут уже был. Протокол 10 через 5 часов. Ладно. Как скажете. Я тут был уже? А нет, не заходил.
И теперь вот сюда аж. Ну-ка, мне длины хватит? Не, это не то. Не хватает. Надо еще длину прокачать, тогда можно только этот вопрос будет взять. Отсюда наверх? Слушай. А бэт когтем я дотянусь? Не, надо... Надо заморозить тут воду, и потом его поднимет. Я спанил. О, ушастого повело. В порядке? Что там случилось? Все датчики костюма зашкаливают. Погоди немного, сейчас приду в тебя, в себя. И в тебя заодно приду. Нет, поторопись, времени почти не осталось. Да подожди. Ладно, мы на этом будем серию заканчивать. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.